Привет всем, ребята. Похолодало, значит, пора наступило гамбургеров. Будем сегодня делать гамбургеры. Ребят, очень простой рецепт, но очень вкусный. Нам понадобится листовой салат, помидорка, огурчики, мраморная телятина. Вот она, фарш уже готовый у меня. Заправка гамбургером. Луковица одна. Перец черный, молотый. Соль. Ну, в итоге получается сыр для чизбургеров. Ну, в итоге мы в гамбургера туда запихнем его. Потом дальше чесночно-сливочный соус. Вот такой вот я рекламировать не буду. И булочки специально для гамбургеров. Нам понадобится железная миска вот такая. Вываливаем туда наш фарш. Солим. Перчим по вкусу, ребят. Кто хочет со стринкой, можно и красного перчика, но я по привычке черный перец с солью. И начинаем размешивать. Чуть-чуть перемешали, опять подсолим. И опять подперчим. Опять размешиваем. И нам надо еще, помимо того, чтобы когда перемешаем, его отбить. Вот это будет выглядеть примерно вот так вот. Отбивать обязательно. Мясо наше отбито. Берем ложку. Чтобы у нас одинаковые были, примерно дозировку, чтобы знать. Кладем на дощечку и начинаем растаптывать. Вот, получилось у нас уже. Все, никуда она не денется. Берем следующую. То же самое делаем с остальными. Все, готово. Очень легко, все просто. Ребята, делайте, учитесь, все получится. Включусь, когда сделаю все. Налепил я наши котлетки или оладьи, как вам удобнее, ребят. Неважно. Самое главное, сам процесс. Теперь что нам надо сделать? Разжечь костер, помазать решетку маслом, уложить все дело и идем готовить. Пока разжигаем угли в мангале, было принято решение заменить простой огурец на соленый. Я все порезал дольками. Угли наши готовы. Ставим решетку на угли. Прежде чем поставить решетку, я предварительно смазал маслом подсолнечным. Жарим по одной булочке, чтобы нам их не сжечь. Готовится очень быстро. Надо постоянно посматривать. Пока рано. Вот уже зарумянилось. Еще чуть-чуть и будет готово. Это уже готово. Убираем. И это готово. Все, и остальное все делаем то же самое с остальными. Время пришло выкладывать мясо. Смотрите, как все удобно. Ничего не прилипает. Жар очень сильный. Ну и готовим в итоге с двух сторон, переворачивая их. Подниму, посмотрю, они уже начинают шкварчать, румяниться.
Готовится довольно-таки быстро. Пришло время переворачивать. Они чуть-чуть подрумянились. Я уже три перевернул. Переворачиваю еще одну. Отходит замечательно. От решетки отстают. Поближе подвину. Прошло пару минут, пора перевернуть. Вкуснее, чем на мангале, гамбургеров я еще не встречал. Так что, ребят, пробуйте, будете очень-очень довольны. Наивкуснейшая вещь. И наипростейшие, кстати. Прошло еще пару минут. Можно опять перевернуть. Перевернули. Готовим теперь наш сыр. Берем булочку и сыр. Верхнюю часть булочки кладем в сыр сверху. И нашу котлетку. И делаем процедуру с остальными то же самое. И откладываем. Потом я все включусь и покажу дальше, что делать будем. Смотрите, почему я кладу на верхнюю часть сыр. Потом котлету, чтобы котлета сейчас горячая, она растопит его. И чтобы у нас было вообще все приятно и вкусно. Собираем дальше. В итоге заправку для сэндвичей размазываем по нижней части булочки. Добавляем лист салата. Огурчики соленые. Помидорчик. Лучок. И накрываем нашей котлеткой с сыром и верхней частью. И наш гамбургер готов. Можно уже употреблять, ребят. Вот такая заготовочка у нас получилась. Я сейчас ее под себя еще подделаю. Открою. Добавлю немножко кетчупа. Какой у нас гамбургер без кетчупа и майонеза. А вы, ребят, кто как любит, тот так можете и сделать, или горчичку добавить, кто как. Я вот решил таким вот образом. Пробуем. Вот такая красота у нас. Котлетка обалденно, то что она чуть-чуть торчит даже местами, она даже еще и лучше. Не надо ее круглой делать. Не стандарт, он всегда вкусный, ребята. Вкуснятина неимоверная. Правда, течет чуть-чуть. Булочки хрустят. Прям как тостовые. Все приготовлено на мангале. Изумительно. Это не то, что Макдональдс или еще что-то где-то. У этого, я не знаю, передать не могу. Наивкуснейшее блюдо. Ребят, кому был полезен рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Пока.